Одесса, Привокзальная площадь. Это Пушкинский сквер, мало кто его знает. Это улица Пушкинская, это Пантелеймоновская. А вот это, мало кто знает, Пушкинский сквер. Вот это здание, это управление Одесской железницы. Это православный храм. Православный храм. Сейчас будет Одесса головна. Все смотрят, как будто я с каким-то пистолетом иду. Есть такое, да? Это Одесса головна. Одесса головна. Памятник Одесской залізниці. Такое вот здание. Чудово. Подземный переход. Идем подземный переход. Привокзальная площадь. Отстроенная уже. Я люблю Одессу там. Все такое. Парковки поделали. Короче, сделали тут светофор, сделали для удобства. Снова курс валют. Валют. Кафешки. Чистенько, все четко. Все убрано, комфортно, лучше, чем было раньше. Кімната відпочинку. Давайте парковку поснимаем. Ну, как без магазина? Без магазина Рошен никак. Вот, прямо. Вот так вот прямо, видите, там автовокзал Привоз. Такие вот парковка здесь сделали. Все чисто, порядочек, все. Даже скопали землю уже. Ну вот. Трамвай этот разворачивается в привокзальную площадь. Станция Старосина. По поводу паркоматов. Вот. Подходишь. И годинная оплата. И проплачиваешь. Вводишь номер телефона. Сколько часов паркования, номер автомобиля. И все. Цена 5 гривен за час. Я думаю, такого ни в одной стране нету, существующей Европы. Вот такие вот дела.
Вон Старосинная площадь, там тоже ее сделали толково. Тоже ремонт. Это вход на сам вокзал. Сейчас мы туда пойдем. Идем непосредственно на сам вокзал. Диски залізниці 150 років. Бачите, яка стара Укрзалізниця у нас. Одеська залізниця. Ну і класичний вокзал, мабуть, я би сказав. Ну, красивий. Не классический вокзал, потому что здесь поезда заходят как бы в тупик. Вот сам вокзал Одесса Головна. Вот. Можливим терористичним актам адміністрація вокзалу просить пасажирів проявляти небайдужість та пильність до неправомірних дій з боку сторонніх осіб, які звертають надмірну увагу до об'єктів залізничного транспорту, а також залишення ними без нагляду пакунків, валіз, сумок. При виявленні підозрілих речей інформуйте працівників вокзалу або правоохоронні органи. Не приймайте під тимчасовий нагляд речі, пакунки, валізи без сторонніх осіб. Ну і сам вокзал, як без цього? Сам вокзал. Вокзал Одеса Головна. Трошки люди сидять, кафе є неплохое. Сам пол такой, пол. Пол вокзала. Табло. Залы очікування. Сейчас подивимося, підемо всередину. Це у нас Святий Миколай. Святий Миколай. Ось такий ідол, коротше кажучи. Каса попереднього продажу. Йдемо наверх. Звідти познімаємо трошки, подивимося. О, отакий от такий вокзал. Огромний. Високі потолки, морячок. Так. Чистота, порядок, нікого немає. Чисто такий одеський стиль.
Ну, вот такой вокзал в Одессе главный. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем благословенного дня. Пока. Спасибо.